Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости. По мнению большинства опрошенных, необходимо в месяц получать около 40 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом Superjob. Основным источником дохода по достижению пенсионного возраста будет работа или подработка у 29% населения. На государственную пенсию рассчитывают лишь 22%. Наличные сбережения 14%. 3% в случае необходимости готовы обратиться за финансовой поддержкой к детям. Еще 3% собираются задействовать капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды. Респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают именно на государственную пенсию, это 26%. А каждый третий планирует работать, пока хватит сил.